Кстати, знаете ли вы, где вы можете задонатить ЗЭМы, которые поступят на ваш баланс уже через 1-2 минуты после оплаты? Конечно же, на donatov.net. Помимо донатов Zipeta, на donatov.net вы можете приобрести донат в Roblox, Genshin Impact и многие-многие другие игры. И специально для моих подписчиков, перейдя по ссылке в описании под данным видео, вы получите скидку 5% на первую покупку в Donatov.net. Поэтому всем приятных покупок! Итак, давайте перейдем на мой второй слот, даже третий получается, на мой преппи-слот. И тут мы видим моего персонажа, он выглядит вот так. Многие, скорее всего, его не видели. Поэтому давайте я вам покажу мою красавицу. Вот так вот она выглядит. Мне очень нравится мой персонаж. Мне сделала внешность подруга. И, в общем, именно для этой чудесной девочки мы будем покупать вещи. Я добавила очень много вещей по скидкам в мой вишлист, потому что, раз уж скидки, я не буду терять такой возможности. Уже потеряла, если честно, но это такая неприятная ситуация. Вчера вечером убрали все скидки, которые были, и заменили на новые. Этого прикола я не поняла от слова совсем. Испугалась, что все, я просрала как бы трату, а я хотела ее записать, когда будут скидки, чтобы как бы тратить меньше зэм на большее количество одежды. Но так уж получилось, что их вчера отключили и сделали скидки на другие вещи, так что я сегодня утром подбирала то, что мне подойдет, и выбрала вот эти вот вещички, вот такой вот милый комплект и такие, не знаю, как их назвать, просто милые ботиночки. Покупаем, и это все будет стоить 4 зэма, но надо как будто бы сюда волосики. Да, вот так вот и мы купим. Но мне кажется, что это уже какой-то полноценный образ у нас получился. В таком стиле, не знаю даже в каком, но просто очень милом. У меня тут супер много волос, потому что волосы стоят по 5 зэм. Я такой шанс, не упущу. Также много просто каких-то вещей, которые мне показались красивыми по скидкам. И давайте продолжим все это покупать. Ради данного видео я задонатила 80 зэм, то есть купила премиум. Давно у меня его не было. В Zipeta. Не знаю, почему я перестала его покупать. По-моему, причиной стало то, что у меня появилась большая сумма зэм на аккаунте. Я задонатила 1500 зэм, что-то такое. И, они у меня, как вы видите, уже почти закончились. И я поняла, что как будто бы мне хватит, так что можно не тратиться на премиум, так как премиум я покупала исключительно из-за того, что там получалось очень выгодно. Но сейчас премиум стала покупать еще более выгодно из-за того, что вместо 70 зэм за покупку премиума нам дают 80, то есть на 10 зэм больше. Я думаю, это очень приятная новость. Так что вот. Продолжаем покупать. Такой вот милый костюм. Тоже выглядит уже как полноценный образ. Все это вместе. Вот вы можете сказать, я ведь могу сделать, как бы вот так. Все быстренько купить и не тратить ваше время. Но раз вам будет это интересно, правильно, поэтому я буду покупать вот так вот, очень долго, очень муторно, но буду о чем-то болтать. Сегодня у нас День Святого Валентина, поэтому мне будет очень интересно почитать в комментариях, сколько вы получили валентинок,
поздравлений от кого-то. Может быть, у кого-то появилась с сегодняшнего дня пара. Не знаю. Не у меня, но вдруг у кого-то. Был очень веселый праздник. Но, в принципе, я его отпраздновала очень тоже хорошо. Встретилась с подругой, с которой я не виделась достаточно долгое время из-за того, что мы раньше учились в одной школе, но 10 класс нас разлучил и отправил по разным школам. Вернее, она-то осталась, а я перешла в другую. Так что было очень приятно с ней встретиться. Мы сходили в кафе, в которое давно я хотела сходить, но одной туда идти было как будто бы не в кайф. Как оказалось, она тоже хотела туда сходить, но она тоже чувствовала себя некомфортно идти туда в одиночку, поэтому мы составили друг другу компанию, а потом погуляли, и, в общем, было все очень весело. С данным персонажем я веду лайк-аккаунт. Возможно, вы знаете об этом, возможно, нет. И, в принципе, мне очень нравится вести лайк с преви-персонажем. Я не знаю, у меня как будто бы новая зависимость от этого, но это мое хобби. Это реально очень интересно. Мне нравится создавать видео, придумывать идеи. Просто я чувствую, что если я буду все эти идеи воплощать в шортсах, то как будто бы меньше пространства для маневра. Да и в лайке, мне кажется, поактивнее с этим. Зипета в лайке достаточно сильно форсится. Поэтому с активом там, думаю, проблем не будет. Вот. И я почти докупила все волосы, которые я хотела. Как же я рада, что все-таки вернули скидки, поставили на другие вещи. Я так вчера вечером расстроилась, когда увидела, что все, скидки-то закончились. Арин, ты проспала все. Я откладывала это видео, но типа слишком долго. Это было моей главной ошибкой. Не надо так делать, не откладывайте, пожалуйста. Вот если вам надо что-то сделать, берите и делайте. Я хочу купить вот эту вот юбку и обувь, потому что у меня есть топ вот этой юбки. И без юбки топ выглядит немножко некомфортно, скажу так. А туфельки, они просто милые и подходят к данному образу. Также хочу накупить всяких украшений на голову, потому что я как-то в последнее время слишком уж полюбила себе цеплять что-то на голову, на персонажа. Если на ней ничего нет, мне кажется, что образ пустой, и как будто бы надо добавить что-то. Но у меня не так уж много головных уборов, вот, ну, что-то на голову, какие-то заколочки, все такое. И это просто... Я снимаю видео в лайк и делаю для них, для каждого видео, как бы свой образ. И, блин, я думаю, эти заколочки я использовала в прошлом видео. Значит, надо другие. Другие. Смотрю, там одни не подходят по волосам, другие по образу, как-то как будто бы... В общем, у меня были проблемы с этим. Так что данное видео помогло мне с данной проблемой. И все. Теперь у меня есть достаточное количество головных упоров. Даже вот теперь кепка появилась. Обувь. Не знаю, стоит ли мне брать что-то отсюда. Вот это я брала в Wishlist, потому что на это были скидки. На это были скидки, на это были скидки. Все остальное, конечно, я брала и кидала в Wishlist без расчета на скидки, но... Anyway, те вещи были с расчетом на скидки. И я не знаю, как мне поступить. Сейчас тут тоже половина вещей, которые я думала, что по скидкам куплю. Но вот эти штаны точно я хотела купить. Тут... Что можно тут прикупить? Этот топ был по скидке, но мы сейчас с вами купили похожий фиолетовый, поэтому
Возможно, я даже его уберу из листа. Вот этот вот топик очень выглядит мило. Опа. Ботиночки. Наверное, я эти не буду покупать. Какие можно купить вообще у меня тут? Вот эти или вот эти? Давайте вот эти купим. Так, и продолжим смотреть топы. Меня интересуют больше всего, если честно, именно они. А вот этот вот топ я очень сильно хотела, и хотела его носить с вот этой юбкой. Да, с этой юбкой. Так, у меня две одинаковые юбки, просто с разным поясом в вишлисте, но белый пояс мне, конечно же, подходит больше. Даже так по стилю моего персонажа. Мне также нравится очень сильно вот эта юбка. И давайте к ней подберем какой-то топ. Угу, например, вот так вот. Волосы, я думаю, будет глупо покупать, потому что мы уже накупили огромное количество волос. Милые татуировки можно. Можно. И так. Тип тела, остальное это у нас... Не знаю, стоит ли мне это все покупать. Куча каких-то штанов. Вот, блин, гады, зачем так мало сделали скидки и зачем поменяли? Я ругаюсь и расстроена. Это очень обидно. Вот были скидки, все было хорошо. Нет, они берут, убирают скидки на некоторые вещи, на которые раньше были скидки, и делают скидки на другие вещи. В чем логика? Я не понимаю. Могли бы оставить на те. У людей было бы больше времени накопить на эти вещи и купить их. Ужас. А у меня было бы больше времени подняться с дивана и начать снимать это видео. Тоже ужас. Я хотела оставить себе на счету 5,50, не 5,50 зем, поэтому я смотрю, что можно купить на 5 зем у меня в личности. Ну, как будто бы выбор не супер большой, поэтому вот так вот, наверное, оставлю. И давайте сделаем из купленной нами одежды образ, потому что то, как сейчас выглядит мой персонаж, не есть хорошо. Вот. Вот эти вот украшения идеально сюда идут. Полосики тоже вот эти вот, как будто бы хорошо. Вот эти вот еще лучше. Оставляем их. Обувь, какую обувь можно сюда? Опа. Это очень хорошо, по моему мнению. И мне очень сильно нравятся эти татуировки с бабочками. Прям кайф. Ну, в принципе, образ очень хороший получился. Я потратила очень много зем. Чувствую, что скоро у меня вообще ничего не останется, но... Главное — радовать себя покупками. Я надеюсь, это видео вам было интересно и полезно. Ссылочки на все мои соцсети вы можете найти в описании под данным видео. Не забывайте на них подписываться и подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем пока!